Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, как же избежать ненужных для вас разговоров. А именно, что имею я в виду этим? Ненужные разговоры. То есть тогда, когда из вас делают свободные уши, когда нависают на вас, вам что-либо рассказывают ненужное, и вам нужно сделать вид, как будто вы куда-то спешите, дабы избежать этого разговора, если вы истинный джентльмен, не можете послать человека или об этом сказать. Вот. Но это будет правильно. Не делайте так, не грубите, будьте культурными людьми. Что для этого нужно? Нужно скачать приложение Fake Call, то есть фейковый звонок, вот тут, как он выглядит и какие его функции. Когда вы перейдете в приложение, у вас есть здесь выбор. Выбор времени, через которое время позвонят, контакт, можете присвоить фотографию, рингтон, вы ставите там вибрацию, если это вам нужно. Опять же, звуки, тоже звук звонка, то есть какой будет голос звучать. Обои. Выбираете там рабочий стол, который будет, допустим, такой, как у меня. Сразу же берем в отметочку и все, жмем старт. Ждем 3 секунды, будет идти звонок. Вот, идет звонок стандартный, как и всегда. Отвечаете, идет голос, как будто говорите, берете трубочку. Здесь никакие кнопки не работают, типа якобы кромкая связь. Вот, но из этого делаем вывод, что приложение работает, отбиваем и все. И в принципе отсюда выходим. Вот, вышли и считайте, ваш разговор уже спасен, вы сами спасены, идете, делайте свои дела, и вы уже не будете свободным ухом. Такое приложение вы можете скачать в App Store, просто вбейте фейковый звонок, либо же на английском fake call, и как бы здесь на ваше усмотрение. На мое это будет верхнее с красным, кому будет интересно, я оставлю ссылочку в комментарии под видео. Вот и все. Поэтому, что я могу сказать? Подписывайтесь на канал, оценивайте видео сами на ваше усмотрение. Не забывайте прожимать колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Также не забывайте подписываться на мои соцсети, которые будут закреплены под видео в комментарии. Всем пока!